Каникулы – самое время учиться. Учиться правильно вести себя на городских дорогах. Второклассники средней школы номер 3 прикатили в школу на колесах. Велосипеды, роликовые коньки, скейтборды. Транспорт припарковали и отправились в страну светофорию. С интересом послушали инспектора ГИБДД, поиграли в викторину, вспомнили значение дорожных знаков и правила дорожного движения. И в путь на тренировочную площадку отрабатывать знания. Дети, сзади не подпишись, чтобы внимательно пройти, будь внимательным водителем. Особое внимание уделяется на соблюдение правил дорожного движения детьми, несовершеннолетними. При переходе проезжей части, при движении по тротуарам и при движении в местах расположения детских, учебных, дошкольных, школьных учреждений. Во дворе школы настоящий светофор. Ребята знают, на какой сигнал можно ехать, а когда нужно пропустить пешеходов. И стараются быть вежливыми участниками дорожного движения. Все закладывается в детстве. 4-летний Сережа Гриценко пришел учиться вместе со старшей сестрой. Признался, что напоминает родителям, когда они забывают пристегиваться. И уже хорошо знает, как переходить дорогу. Если классно, тогда нельзя переходить. А оранжевый – это значит приготовиться, а зеленый – можно уже идти. А ты вырастешь, будешь на какой машине ездить? На классный хочу. Только на классно-блестящий. Люблю блестящие цвета. Наверняка Сережа вырастет хорошим водителем, внимательным и ответственным. Акция «Внимание, дети!» в анапских школах продлится до 1 апреля.